Самолет должен был на конструкторе до Сухого, конечно, Комсомольской новой авиационным производством на объединение. Самолет выполнил первый полет в сентябре 2001 года. Воздух его поднимали гермолетом КСМ 410, Як-40, Ан-28, а также может включиться заменить самолет Ан-24 и Ан-26. Летчик-испытатель первого класса Юрий Иванчук. Юрий Иванчук родился в 63-м году. 81-го, по-моему, 82-го года проходил службу в качестве бортпроводника, как в России, так и за рубежом. Самолет оснащен высоко надежными и экономичными. В феврале 96 года он окончил Саратовское училище гражданской авиации. В мае 96 года самолет 2700 часов освоил 32 типа летательных аппаратов. Летчик испытатель 3-го класса Алексей Левье. Испытателей и закончил ее в 93-м году. С 92-го года является летчиком-испытателем опытно-конструкторского бюро «Сухого». Является мастером спорта международного класса по высшему пилотажу. Освоил более 30 типов самолетов и